Переговоры или об этом? Пока никаких остановились все переговоры, потому что мы не нашли общего соглашения. Вот. И заключили контракт со Strikeforce. У меня еще два боя с Strikeforce. Потом будем опять вести переговоры. Ну, это вопрос на Владимир. Мы готовы работать с UFC. Это UFC не готовы не работать ни с кем. Я просто прочитал на сайте Mixfight перевод интервью с Шердогом. Я говорил, что в борьбе лежа у вас не получилось, потому что Роджерс сильно потел. Был скользкий. Реально, что не получилось в партере? Были возможности практически такие хорошие. И ему удавалось улизнуть каждый раз. Ну, конечно, атлетическая сила Брэда Роджерса, прежде всего. Ну и да, если честно, я обратил внимание на то, что он был более скользкий, чем другие соперники. То есть вы называете, что это с чем-то связано? Я ни с чем не связан. С физиологическим процессом организма, а чем-то еще? Нет, слава Богу, что все закончилось хорошо, и поэтому связывать ни с чем ничего не хочется. Продолжение темы UFC.